Мы зиму провожаем, весну встречаем, масленицу широкую открываем, веселье начинаем. 22-й детский сад решил не ждать народных городских гуляний и устроил свой собственный праздник. Проводить зиму и встретить весну пришли и дети, и родители. Очень рады поприсутствовать вместе с ними на таком празднике. Дети очень довольны, все танцуют, бегают, поют. Очень хорошо, очень хорошо. Должны дети все-таки знать все наши праздники русские народные. Поэтому мы прям положительно на это реагируем. Дети действительно веселились от души. Хоровод водили и в традиционные масленичные конкурсы играли. Не обошлось на празднике и без стихов и частушек. Масленица, масленица, зиму неси. Масленица, масленица, нам весна приди. День для проведения такого мероприятия приобщения ребятни к русской культуре выбрали не случайно. Ведь именно на четвертый день масленицы на Руси начинались массовые гуляния. Сегодня самый такой веселый день, четверг, когда называют его разгуляй, когда дети веселятся, устраивают игрища какие-то. Поэтому мы сегодня в четверг решили устроить вот такую масленицу, чтобы повеселить детей. Завершили гуляние вкусным угощением, румяными блинами, которые приготовили для дошколят родители. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.